Профессиональный праздник – День печати – работники типографии встречают на работе. Каждый день через их заботливые руки проходят 17 районных газет, а в месяц издаются более 70 наименований. Их присылают на электронную почту уже готовыми к печати. Выполнена компьютерная верстка, соблюдены отступы и цветовая палитра. Поэтому специалистам остается проверить макет на возможные ошибки. А ведь еще совсем недавно, в начале 90-х, тексты газет набирали вручную, на линотипах горячим способом. Вагонетка такая, туда не собирались, потом соприкасались с металлом, мы получали строчки такие металлические. И вот эти металлические строчки ставились в верстку. Верстались. Иногда и рассыпется. Это очень был трудоемкий процесс. Тогда набор одной страницы занимал около 2 часов. Сейчас несколько минут. Дальше текст переносят на специальную пластину. Начинали с кальки, фотопленки. Вручную такие монтажи делались, клеились. Сегодня рисунок выжигает лазер. Синяя пленка растворяется, а изображение остается. Эта операция проделывается отдельно для каждого цвета, используемого при печати. Всего их 4. Это черный, желтый, синий и красный. Печатают газеты на рулонах бумаги, причем ночью, чтобы утром они попали в руки читателей. А вот книги и журналы изготавливают днем. Тамара Агапкина работает печатником 28 лет, и свою работу она сравнивает с деятельностью художника. Ведь нужно не просто изготовить тираж, а правильно смешать краски. Вот по этим шкалкам мы читаем краску, сколько надо. Вот здесь вот у нас показывает вот это. Вот сколько нужно краски. Мы читаем вот так вот. Шли. Вот, например, синяя. Вот. Вот она показала. Здесь вот 1,55, а надо 1,45. Значит, я убавляю эту краску. Ну и так все остальные. Остается лишь нарезать и прошить страницы. С книгами немного сложнее. На изготовление тиража уходит от 4 до 7 дней. В месяц в областной типографии выпускают 10 наименований, преимущественно рязанских авторов. Сутки книги стоят под прессом, после чего попадают к заказчику. Подарочные издания, фотоальбомы, книги рассказов и сказок, газеты, журналы и брошюры. Уникальный запах свеженапечатанных страниц и возможность погрузиться в фантазии автора. В современном мире работа печатника – это по-прежнему путь талантливых писателей и журналистов к сердцам своих читателей.